в том числе на уровне председателя правительства Российской Федерации и вице-президента Соединенных Штатов. Including at the levels of the chairman of government of the Russian Federation and the vice president of the U.S. Подробно остановились на вопросах безопасности. We have spoken in detail about the matters of security. Стратегического характера между двумя странами и в мире в целом. Of strategic security between the two countries and the world as such. Думаю, что у нас есть возможность идти вперед по самым чувствительным направлениям. I believe that we have an opportunity to move forward on most sensitive directions. Говорили, разумеется, и о проблемах, проблемных точках на планете, в том числе говорили о проблеме Сирии. We also spoke about problem spots on the planet, including Syria. В чем-то наши позиции еще не совпадают, но мы объединены общим стремлением прекратить насилие, прекратить увеличение количества жертв в Сирии, решить проблему мирными средствами, и в том числе с помощью переговоров в Женеве. Мы договорились подтолкнуть процессы мирных переговоров и побудить стороны сесть за стол переговоров, организовать переговоры в Женеве. And of course, our opinions do not coincide, but all of us have the intention to stop the violence in Syria, to stop the growth of victims, and to solve this, the situation peacefully, including by bringing the parties to the negotiations table in Geneva. We agreed to push the parties to the negotiations table. Мы выражаем надежду на то, что после выборов в Иране создадутся новые возможности для решения иранской ядерной проблемы. I hope that after the elections in Iran there will be new opportunities to solve the Iranian nuclear problem. И будем стремиться к этому на двусторонней основе и в рамках международного переговорного процесса. And we'll be trying to do that bilaterally and in the international negotiations process. Говорили, разумеется, и о проблеме Северной Кореи. We also spoke about the problem of... Договорились усилить наше взаимодействие по всем этим направлениям. The problem of North Korea, and we agreed to emphasize our interaction on all the directions. Я очень благодарен президенту за очень подробное обсуждение и за очень откровенный разговор, который сегодня состоялся. And I'm very grateful to the U.S. President for the detailed discussion and for the frank exchange of opinions on these matters. Well, I had a very useful conversation with President Putin, and I began by thanking him again for the cooperation that they provided in dealing with the tragedy of the bombing at the Boston Marathon. У меня была очень полезная дискуссия с президентом Путиным, и я начал нашу встречу с того, что я поблагодарил его за то содействие, которое было оказано в связи с трагедией, которая произошла в Бостоне. We have a shared interest in countering terrorist violence, and we are continuing to strengthen our cooperation on this issue, including as we welcome Russia hosting the Winter Olympics in Sochi. Мы говорили также о том, что у нас общие интересы в том, что касается борьбы с терроризмом, борьбы с насилием, связанным с террористическими актами. Мы также говорили о том, что нам необходимо усилить наше сотрудничество, включая сотрудничество по организации Олимпийских игр в Сочи. As President Putin indicated, we had extensive discussions about how we can further deepen our economic and commercial relationships. Мы также обсудили вопрос о том, как мы могли бы углубить наши торгово-экономические взаимоотношения. With Russian accession to the WTO, the removal of Jackson-Vanik, I think we're poised to increase both trade and investment between our two countries, and that can create jobs and business opportunities both for Russians and Americans.
Ну и кроме того, мы говорили о том, что вступление России в ВТО и отмена поправки Джексона-Вейника приведет к тому, что увеличатся возможности для торговли и инвестиций между нашими двумя странами, что приведет к созданию рабочих мест и к созданию возможностей для бизнеса, для предпринимательства в обеих странах. Our discussions on North Korea and Iran were very productive, and we both agreed to consult closely on the North Korean issue, and in Iran, we both expressed cautious optimism that with a new election there, we may be able to move forward on a dialogue that allows us to resolve the problems with Iran's nuclear program. Ну, кроме того, мы обсудили вопросы, связанные с Северной Кореей и с Ираном. Мы пришли к выводу о том, что у нас есть точки соприкосновения в том, что касается Северной Кореи, и что касается Ирана, в частности, был высказан оптимизм в связи с результатами недавних выборов в этой стране. Речь также шла о том, что это может привести к возобновлению диалога для того, чтобы разрешить те проблемы, которые связаны с ядерной программой этой страны. And with respect to Syria, we do have differing perspectives on the problem, but we share an interest in reducing the violence, securing chemical weapons, and ensuring that they're neither used nor are they subject to proliferation, and that we want to try to resolve the issue through political means if possible. And so we will have instructed our team to continue to work on the potential of a Geneva follow-up to the first meeting. Что касается вопроса о Сирии, то у нас есть некоторые различия во взглядах по этому вопросу. Тем не менее, у нас есть общая заинтересованность в том, чтобы положить конец насилию, которое там имеет место, для того, чтобы а также заинтересованность в том, чтобы обезопасить химическое оружие, которое может находиться в Сирии, чтобы предотвратить его использование и распространение этого оружия. Мы также говорили о том, что мы предпримем попытки, ведущие к разрешению этого конфликта мирным путем, и мы собираемся поручить нашим командам, нашим сотрудникам работать над тем, чтобы провести следующий тур переговоров в Женеве. And finally, we had a discussion about the fact as the two nuclear superpowers, we have a special obligation to try to continue to reduce tensions, to build on the work that we did with New START, and to lead the world in both nuclear security issues and proliferation issues. В нашей беседе мы также говорили о том, что на наших двух странах, которые являются ядерными супердержавами, лежит особая ответственность. Мы действительно должны стремиться к тому, чтобы уменьшить напряженность, чтобы продолжать работу, которая была начата, когда мы подписали новое соглашение о СНВ. И мы также должны стремиться к тому, чтобы вести, так сказать, находиться на переднем плане усилий, направленных на обеспечение ядерной безопасности и недопущение распространения ядерного оружия. And one of the concrete outcomes of this meeting is that we'll be signing here the continuation of the cooperation that was first established through the Nunn-Lugar program to counter the potential threats of proliferation and to enhance nuclear security. Мы также говорили о том, чтобы продолжить наше сотрудничество, которое было начато в рамках программы Нанна-Лугара. Речь идет о совместном уменьшении угроз. And this, I think, is an example of the kind of constructive, cooperative relationship that moves us out of a Cold War mindset into
the realm where, by working together, we not only increase security and prosperity for the Russian and American people, but also help lead the world to a better place. И это как раз хороший пример того, когда наши отношения, когда они являются конструктивными и когда они основываются на сотрудничестве, они действительно могут позволить нам отойти от ментальности времен холодной войны и начать более тесное сотрудничество, которое должно привести к безопасности и процветанию не только в Соединенных Штатах и в России, но также и во всем мире. And finally, we compared notes on President Putin's expertise in judo and my declining skills in basketball. Ну и кроме того, мы также поговорили о том, что президент Путин все лучше и лучше преуспевает в области дзюдо, а я в том, что касается баскетбола, становлюсь слабее и слабее. And we both agreed that as you get older, it takes more time to recover. И мы оба согласились о том, что тем не менее с возрастом все труднее справляться с нагрузками. Президент хочет меня расслабить своим заявлением о том, что он старается становится слабее. The president wants to relax me with his statement that the age says. Thank you.